Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу показать, как вяжется мышка крючком, символ 2020 года. Я в интернете много смотрела разных схем, как вяжутся мышки крючком, и большие, и маленькие, и я нашла такую замечательную схему. Вот такой мышонок, очень даже красивый. И очень легко вяжется. Я связала в разных расцветках. В серый, в коричневый. Это из пехорки. Это ниточки у меня серенькие шерстяные были. Шерсть. Розовый цвет это Yarnard Jeans. Такой вот в серой, в коричневой расцветке. Потом я связала в светленьких расцветках. Это у меня уже девочки. Девочки такие. В беленькой и в телесной. Такая мышка. Украсила я их вот такими бантиками. И девочкам я связала вот такие шарфики. Ну, хотя шарфики можно и мальчикам тоже связать. Вместо бантика. Вместо такого бантика просто связать шарфик. Я, конечно, покажу, как вяжется шарфик. И на моем канале есть мастер-класс, как вяжется бантик простой вот этот. Есть еще и другой бантик на моем канале. Так что все покажу, расскажу подробно. Что нам понадобится для нашего мастер-класса? Нам понадобятся ниточки серенькие, розовые. Потом нам понадобятся ниточки еще черные. Это для улыбки и для бровей. Иголочка понадобится. Ниточки можете для основного цвета брать для тела. Какими я вам показывала, уже я связала мышей. Это белый, телесный, коричневый, серый оттенки. Вот. Ножницы понадобятся. Крючок 2,5. Зубочистка. Я вам потом расскажу, для чего нам понадобится зубочистка. Маркер. Клей для того, чтобы приклеить наши глазки. Глазки я буду использовать вот такие. Еще не определилась, кто у меня получится, девочка или мальчик. Если мальчик, то такие глазки. Если девочка, то вот с тенями, вот с такими. Вот. И синтепон, конечно же. Приступим к нашему мастер-классу. Всем хорошего вязания. Так, кому интересно, я беру вот такие ниточки, у меня серые ниточки. Это детская пехорка. Новинка. Цвет называется светлый. Светло-серый меланж, номер 386. Это так, в моточке идет 50 грамм на 200 метров. Так, а вот этот цвет у меня тоже пехорка, детская новинка. Цвет называется розовый бутон, номер 76. Так, начинаем мы наше вязание с розовых ниточек. Будем начинать вязать голову. И вязание у нас начинается с носика. Делаем колечко на пальчик и в колечко набираем 4 столбика без накида.
Один, два, три, четыре. Колечко стягиваем. Следующий ряд, второй, мы будем вязать таким образом. Один столбик без накида, а в следующую петлю мы вяжем прибавку. Итого у нас в этом ряду должно получиться 6 столбиков без накида. Так до конца ряда мы вяжем. Столбик без накида. Следующую петельку мы вяжем 2 столбика без накида. Это у нас прибавка. Так, довязали до конца. Детальку мы вот так осторожно выворачиваем, подтягиваем. И уже сейчас можем поставить наш маркер. Для того, чтобы знать, где у нас начало ряда. Дальше. Третий ряд мы вяжем столбик без накида, убавка. Таким образом мы формируем носик нашей мышки. Столбик без накида. Убавочка. Опять столбик без накида. Следующую петельку мы вяжем. И в последние вот эти вот у нас две петельки остались. Мы их не довязываем. Таким образом, смотрите. Еще раз. Так. Немножко туговато. Вот смотрите, мы оставляем 3 петельки на крючке. Мы их не провязываем. Ниточку розовую мы отрезаем и меняем на серый цвет. И уже серым цветом мы провязываем эти 3 петельки. Так, начинаем вязать уже голову. Плавно переходим с носика в голову. Так. Дальше у нас четвертый ряд. Мы вяжем столбик без накида и прибавка. Столбик без накида. В следующую петлю мы вяжем прибавку. В одну петлю вяжем 2 столбика без накида. И так до конца ряда. Я довязала ряд до конца, у меня получилось 6 столбиков без накида. Дальше пятый ряд мы вяжем 1 столбик без накида, прибавка. Столбик без накида. В следующую петельку мы вяжем прибавку. Таким образом мы вяжем до конца ряда. Я довязала пятый ряд до конца. У меня получилось 9 столбиков без накида. Далее, шестой ряд мы вяжем 2 столбика без накида. Прибавка. 1, 2.
И в третью петлю мы вяжем нашу прибавку. И таким образом вяжем до конца ряда. Я довязала шестой ряд до конца. У меня получилось 12 столбиков без накида. Далее седьмой ряд мы вяжем 3 столбика без накида. Прибавка. 1, 2, 3. И в четвертую петельку мы вяжем уже нашу прибавку. И таким образом мы вяжем до конца ряда. Я довязала седьмой ряд до конца. У меня получилось 15 столбиков без накида. Далее восьмой ряд мы вяжем 4 столбика без накида. Прибавка. 1, 2, 3. И в пятую петлю мы вяжем нашу прибавку. В одну петлю мы вяжем 2 столбика без накида. И таким образом мы вяжем до конца ряда. Я довязала восьмой ряд до конца. У меня получилось 18 столбиков без накида. Девятый ряд мы вяжем 2 столбика без накида, прибавка. Один, два, и в третью петлю мы вяжем прибавку. И так до конца ряда. Я довязала девятый ряд до конца. У меня получилось 24 столбика без накида. Дальше в десятом ряду мы будем делать прибавки через 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И в четвертую петлю мы делаем прибавку. И таким образом вяжем до конца ряда. Я довязала 10 ряд до конца. У меня получилось 30 столбиков без накида. Дальше 11 ряд мы вяжем 4 столбика без накида. Прибавка. 1, 2. 3, 4 и прибавка. И так до конца ряда вяжем. Я довязала 11 ряд до конца. У меня получилось 36 столбиков без накида по кругу. Далее с 12 по 16 ряд мы вяжем ровно по 36 столбиков без накида по кругу. Маркер переставьте, чтобы вам так удобнее было. И вяжем с 12 по 16 ряд по 36 столбиков без накида. Так, я довязала 16 ряд до конца. Дальше. Если вы собираетесь использовать глазки на безопасном креплении, то их надо будет установить прямо сейчас. Между 10 и 11 рядом, чтобы расстояние у них было 6 петелек. Вот так, допустим, смотрите. Отсчитывайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Между 10 и 11. 10 и 11. Между ними. И чтобы у них расстояние было 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот так вот примерно. Вот так. Примерно можно между 10 и 11. Можете между 11 и 12. Примерно вот так вот. Я буду использовать глазки другие, которые приклеиваются на клей. Я продолжаю дальше вязать.
Значит, 17 ряд мы делаем уже, начинаем делать наши убавки. Так, маркер переставляем. Переставили маркер. Вяжем 4 столбика без накида. Убавка. 1, 2, 3, 4 и делаем убавочку. 3 петельки на крючке и провязываем их вместе. Это наша убавка. И таким образом вяжем до конца ряда. 1, 2, 3, 4 и делаем убавку. 1, 2 и провязываем вместе. И так до конца ряда. Я довязала 17 ряд до конца. У меня получилось 30 столбиков без накида. Дальше 18 ряд мы вяжем 3 столбика без накида, убавка. 1, 2, 3 и убавочка. И так до конца ряда. Я довязала 18 ряд до конца. У меня получилось 24 столбика без накида. Дальше вяжем 19 ряд, 2 столбика без накида, убавка. 1, 2 и убавочка. И так до конца ряда. Я довязала 19 ряд до конца, у меня получилось 18 столбиков без накида. Так, теперь мы голову нашей мышки наполним синтепоном. Небольшими порциями берем и наполняем. Вот таким образом. Так, вот я наполнила голову нашей мышки синтепоном. Так, и нам осталось связать еще один ряд, последний. Сделать убавки. Мы делаем теперь убавки в 20 ряду. Один столбик без накида, убавка. 1 столбик без накида. Дальше делаем убавку. Таким образом мы вяжем до конца ряда. Я довязала 20 ряд до конца, у меня получилось 12 петель осталось. Теперь что мы делаем? Мы ниточку отрезаем примерно вот столько, вытаскиваем ниточку. Теперь нам понадобится иголочка. Одеваем ниточку в иголочку. Так, и теперь мы будем подхватывать петли наши. Полностью вот так подхватываем по кругу. Все 12 петелек. Так, вот таким образом подхватываем. С одной стороны. С другой стороны вот так. Каждую петельку вот так подхватываем. До конца ряда. Вот, до маркера. Так, я подобрала все петли по кругу. Теперь, если у вас синтепона здесь не хватает, то добавьте. Вот у меня не хватает синтепона. И я добавляю сюда синтепон вот таким образом. Так, чтобы голова нашей мышки была упругая.
Все, добавили синтепон, который нам надо было. Маркер мы уже убираем, он нам не нужен будет. Так, сейчас. И тянем вот за вот этот конец ниточки. Смотрите. И отверстие сужается. Все. Отверстие сузилось. Ниточку мы прячем вот таким образом вовнутрь головы. Еще раз подтягиваем. И еще раз вот так вот. Примерно где-то здесь. Можно еще раз. И вот здесь мы выводим иголочку. И ниточку мы отрезаем. Голова нашей мышки готова.